Знаменитая северная рыба, вяленая, холодного копчения, соленая, а также всевозможные консервы. Таков ассортимент старейшего предприятия «Ямала» Салехардского рыбокомбината. Объем выпуска составляет 3 миллиона банок в год. Это почти столько же, сколько выпускалось до войны. После июня 41-го завод заработал в усиленном режиме, чтобы обеспечить фронт продовольствием. Это позволило увеличить выпуск продукции в два раза. Оставшиеся в тылу женщины, инвалиды, старики и дети самоотверженно трудились для фронта. Маленькие ямальцы наравне со взрослыми работали на промыслах по 14 часов в день, перевыполняя нормы вылова рыбы в два раза. Вскоре после начала войны бригада рыбаков, 23 человека. Самому старшему было 90 лет, самому младшему 65. Вот такая вот бригада, которая уже пенсионеры, и они стали тоже добывать рыбу и работать в помощь фронту. Согласно документам, за время войны в округе добыли 80 тысяч тонн рыбы. Только представьте, это вес 800 китов. Улов стал на 70% больше объемов довоенного пятилетия. И это с учетом того, что все мужское боеспособное население воевало. Добытое сырье позволило увеличить количество выпускаемых консервов. Их до мая 45-го на фронт отправили более 22 миллионов, большую часть из которых составляли рыбные. В докладной записке директора комбината товарища Семенова, наркому рыбной промышленности о хозяйственной деятельности рыбоконсервного комбината за 1941-1944 года говорилось, выработка консервов в 1943 году по сравнению с прошлыми годами была значительно увеличена, в результате чего годовой план был выполнен на 3 месяца раньше. За 9 месяцев выработано 4501 туба высококачественных консервов. Горя желанием помощи фронту, коллектив рабочих ИТР и служащих к 4 ноября выпустил сверх плана еще 464 туб консервов. Свою роль играла и агитация. Ямальский поэт Иван Истомин писал в те годы. «Иль с рыбой вынимаешь сети, стада ли в тундре бережешь? Запомни, что в минуты эти ты по врагу удар даешь». Рыбаки округа нуждались в малом рыболовном флоте. Женщины и дети приступили к выполнению основной задачи – дать рыбной промышленности как можно больше малых промысловых судов. Требовались лодки, а лодки не хватало гвоздей. И тогда решили, в общем, было дано задание детям с 1 по 4 класс найти эти гвозди, найти, чтобы можно было выпускать эти лодки. Дети обшарили все чердаки, все то свои складовки, все, что можно было. Там было, даже, мне кажется, до 100 гвоздей, что ли, было задание такое было дано. Но когда в результате все-таки план был выполнен, но зато городской сад, который был огорожен забором, он потом, каждая доска висела только на одном гвозде, потому что выбирали все, что можно. Трудовой подвиг ямальцев высоко оценило руководство страны. Сотни юношей и девушек завоевали звание гвардейцев тыла. Медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны отметили около 7 тысяч жителей округа. Среди них немало работников рыбодобывающей отрасли. Ямальские консервы, пополняя продовольственный резерв фронта, спасали от голода тысячи солдат. Это, несомненно, сыграло свою роль в борьбе с фашистскими захватчиками.